Яркую концертную программу для гостей Совета ветеранов подготовили артисты ансамбля самодеятельности «Улыбка». Темой концерта была осень. Время, когда пора собирать урожай и готовиться к зимним холодам. Вокалисты исполнили всеми любимые эстрадные и народные композиции. Сколько на небе звезд, столько в начале мая, и не приносит все. С возвращением к привычным форматам встреч ветеранов поздравил заместитель главы администрации Сарова Илья Волков. Он отметил, что осень – это прекрасное время года, чтобы собраться за чашечкой чая и приятно провести досуг. Сегодня у нас замечательный повод собраться. Осень, наверное, это лучшая пора, когда можно себе позволить несколько больше, имею в виду в плане заготовок, в плане урожая. Ну и хотел бы пожелать всем вам, самое главное, здоровья. Здоровья. Еще раз здоровья. Ветераны также подготовились к долгожданной встрече. Кто-то смастерил интересные поделки, чтобы добавить их в творческую коллекцию. А кто-то принес выращенные на даче фрукты и овощи, чтобы угостить гостей праздника. Люди принесли то, что у них на огородах выросло. Может быть, не очень богато, но тем не менее. Вот именно принесли. Ну и что-то можно угоститься, что-то можно на столах, пожалуйста. У нас чаепитие будет. Праздничная программа стала приятным подарком для ветеранов. Но самое главное для пожилых людей – это душевное общение. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.